Журналистики все возрасты покорны, да и кто, если не люди старшего поколения, лучше всех знают о потребностях самой читающей группы населения. Кохомские пенсионеры из клуба активного долголетия «Жизнелюб» решили выпускать свою газету и назвать ее «Почитаем». Теперь пенсионерки ходят на лекции о журналистском мастерстве и стараются понять, как угодить будущему читателю. Преподает им азы второй древнейшей выпускница филфака, учительница Александра Лебедева. С первого занятия, с первых минут этого занятия стало понятно, что никакой особой сложности, да, или особых каких-то проблем я испытывать не буду. Я действительно этому очень рада и хочу отметить еще раз именно их активность, именно их заинтересованность в том, что мы делаем, да, и их творческий подход. Газету решено сделать небольшой, всего 4 полосы формата А3. Выходить она будет ежемесячно и распространяться по самым посещаемым пенсионерами местам – больницам, на почте, в центре социального обслуживания. Печатать в ней будут все то, что интересно бабушкам и дедушкам – про здоровье, ЖКХ и огород. Впоследствии мы планируем привлечь каких-либо спонсоров нашей газеты, то есть мы надеемся, что она займет место свое в городе, и люди к нам потянутся. Пока пенсионеры делают только первые шаги в освоении новой науки. Редактор Алексей учит их работать на компьютере. В редакции есть все, что необходимо – принтер, ноутбук, канцелярские принадлежности. Первый номер выйдет праздничным, ко дню пожилого человека – 1 октября. Вот я живу уже в доме в таком, что у нас есть люди по 80 лет. Если они никуда не ходят, у них уже отклонение. Что-то думают не так, а мы стараемся думать, как молодые. Редакция газеты «Почитаем» очень верующая, поэтому первое занятие по подготовке к выпуску проходило в присутствии священника. Когда благословение получено, можно и к верстке приступать. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.